Всем привет, с вами Вован, вы на канале Санчес и Вован, и это небольшое видео, наверное, даже, я не знаю, называется Вован Лайф или влог, даже не знаю, короче, ну давайте, да, это будет Вован Лайф. Я хочу вам рассказать несколько новостей. Это видео будет, наверное, самый коротенький Вован Лайф, потому что он будет всего в 5 минут, вот, ну я вам сейчас кое-что покажу, просто, короче, первая новость, с которой я бы хотел начать, я решил выкладывать Вован Лайф раз в 2 недели. То есть, начиная с понедельника, с 25 мая, вот, получается, через... С 25 мая через 2 недели выйдет новый Вован Лайф. Вот я вот это вот выложу, и потом только через 2 недели... Это начиная с 25 мая, через 2 недели выйдет следующий выпуск. Потому что я считаю, что вот если я несколько раз в неделю снимаю Вован Лайф, а это же, как бы... Ну, серия видео Вован Лайф, она же рассчитана на то, что я вам буду говорить всякие новости, то, что новое происходит, вот, или то, что вообще я сделал, то, что я не показывал на видео, ну, вообще, что происходит, да, и за неделю особо таких прям новостей, ничего такого особо крупного и нового, ну, чтобы прям на 10 минут было, как обычно Вован Лайф. Серия, которая идет обычно 10 минут. Так, таких новостей за неделю несколько раз не случается. Поэтому, ну а я просто как бы не хочу вот так, чтобы просто ходить и говорить там, ну, что вам еще сказать, там, типа, ну, так далее, вот еще вот это, ну, так, а что было вам еще сказать, вроде больше ничего. Короче, я лучше буду выкладывать видео раз в 2 недели, но оно будет насыщенное, я имею в виду Вован Лайф, они будут насыщенные, в них будет много новостей, и чтобы я не... тянул время, чтобы было 10 минут, и чтобы действительно было прям хорошее видео с хорошими новостями, с длинное видео, и оно полное новостей, чтобы не было вопроса даже, что вам еще рассказать. Вот, вот, значит, ну а в этой серии я вам просто покажу то, что сейчас происходит. Оно, я уже сказал, что эта серия будет небольшая, особо ничего не изменилось. Единственное, только я вот нашел у себя такой деревянный стеллаж, поставил на него машинки из киндера. Классная коллекция, там Porsche у меня есть, и вообще детальные машины, там Volkswagen еще Smart. И есть вот такие вот из не из Kinder, но из каких-то других яиц классные машинки, у них на дне шарик, они хорошо дрифтят. Сейчас. Вот, и их у меня 9 штук, я их как раз на 9 ячеек и поставил. Ну, что дальше? Дальше я пока на подоконник поставил маленькие тачки. В 64-м машине, в 24-м и тачки из киндера, вот. Что еще сказать? Вот, еще что. Новости по Форду Мондео. Форд Мондео пережил, точнее, на данный момент переживает, все-таки дождливая сейчас погода, свой первый дождь. Он уже мокрый. Смотрите, Форд Мондео уже полностью в воде. Ну, а остальное мы посмотрим, что с ним вообще как... Что с ним случится 19 июня. Потому что раз в месяц я его поставил 19 мая. Мы будем смотреть 19 июня. Так. Далее. Я, кстати, хотел сказать. Я вот на иголке, на которых висят плакаты, я повесил вот такие вот картонки от машинок Hot Wheels. Я их не выбрасываю. Ну, по крайней мере, начал не выбрасывать. То, что осталось, я тоже вырезал. Я вырезаю эту пластиковую штуку, отрезаю. У меня остается такая красивая картинка с машиной. Вот. И я вот так их повесил. Тут по штук по 10, наверное, на каждой иголке висит. Вот тут. И тут. Также все вот так вот висит. Но это еще маленькие коробочки, потому что есть еще коробочки, у которых большая картонка сама. Я их куда-нибудь приспособлю позже. Вот еще здесь так висит, но тут немного. Вот. Что дальше? Дальше скоро будет обзор на вот эту модель, на вот эту модель и на вот эту модель. Это все будет в будущем. Так. А, еще, если хотите, я могу снять вот тоже новости. Если хотите, я могу снять обзор на... Мотеловские модельки из мультфильма «Тачки». Я их собирал... Сколько там? Я их собирал с какого-то года? С 14-го, получается. Последняя модель была куплена в 19-м году. Получилось 5 лет, но я еще не... Я, короче, не увеличил эту коллекцию давно, потому что никак не найду то, что хочется реально добавить в коллекцию. Тут как бы уже много чего есть. Это из первой и из второй части. Из третьей части пока что здесь не... А, нет, есть одна тачка из третьей части. Вот она.
Это поискар. Вот. И я хочу из третьей части, если вы помните, там был как бы момент из Дерби. И вот я бы хотел найти героев из Дерби, потому что, ну, таких машинок именно в этой коллекции у меня не было. И, во-первых, ну, я с детства люблю смотреть Дерби, я смотрел видео очень много, и мне просто нравятся тачки из Дерби, поэтому я бы хотел найти коллекцию этих моделек. Вот. Ну, в принципе, все, да, уже видео в 5 минут уже есть. Ну что, ребят, спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, если вам понравился этот видосик, подписывайтесь на канал. С вами был Вован, вы были на канале Санчес и Вован, и всем пока.